Hello, everyone. Сегодня мы с вами узнаем, где же находится плюшевый медвежонок обезьянки Чаклз. Для этого мы с вами прочитаем диалог и попоем песенку. Не забывайте повторять все английские слова и фразы за мной. Ну и когда будем петь, попробуйте спеть сами. Let's begin. Open your books, page 86. 86. Exercise 1. Listen and read. Послушайте и прочитайте. Давайте сначала разберем с вами, о чем же там говорят. Вдруг кто-то не понимает какие-нибудь английские слова. Лулу говорит: нянечка, посмотри на мою балерину. Nanny, look at my ballerina. Не забывайте повторять за мной. Я специально делаю паузы после английских предложений, чтобы вы могли повторить. И дальше Лулу продолжает. Она говорит, что у нее голубые глаза. She's got blue eyes. А няня ей отвечает: да, она очень миленькая. Вот это вот слово pretty, миленькая, very pretty, очень миленькая. Yes, she's very pretty. Теперь к ней подходит Ларри и говорит: посмотри на моего игрушечного солдатика. Look at my toy soldier. У него темные волосы. He's got dark hair. А Нани отвечает: oh, yes. О, да. И дальше она добавляет: он чудесный. He's wonderful. Вот это длинное слово wonderful переводится чудесный. И дальше Нани спрашивает: а как же насчет медвежонка Чаклза? Плюшевого медвежонка Чаклза. Давайте прочитаем эту фразу следом за мной. But what about Chuckle's teddy bear? Дальше мы видим, Чаклз ищет в игрушках своего медвежонка, и Ларри его спрашивает: Чаклз, что там у тебя? Чаклз, what have you got? Там твой плюшевый медвежонок? Is it your teddy bear? Не забывайте повторять за мной английские фразы. А Лулу говорит: ой, умница Чаклз, да, умница. Вспомнить наше слово clever, умница, умный. Давайте скажем это по-английски. Oh, clever Чаклз. И следующая ситуация. Они уже подошли к нянечке, и Ларри говорит: о, нет. А по-английски: oh, no. То есть что-то случилось, да? И он говорит: посмотрите на медвежонка, на плюшевого. Look at the teddy bear. Она не отвечает: oh, Chuckles. И успокаивает Чаклза. Она говорит: не грусти, да? Не будь грустным. Слово sad, грустным. Слушаем, как это звучит. Повторяем. Don't be sad. Well done. Все помним. Well done, значит, молодцы. Давайте теперь посмотрим, как это все происходит. Listen and watch. Nanny, look at my ballerina. She's got blue eyes. Yes, she's very pretty. Look at my toy soldier. He's got dark hair. Oh, yes, he's wonderful. But what about Chuckle's teddy bear? Chuckles, what have you got? Is it your teddy bear? Oh, clever Chuckles.
teddy bear. Oh, Chuckles, don't be sad. Ну а теперь возвращаемся к нашему диалогу в учебнике на странице 86. Либо, если вам удобно, можете следить по экрану вашего телефона или компьютера, где вы сейчас занимаетесь. Давайте отчитаем этот диалог. Nanny, look at my ballerina. She's got blue eyes. Yes, she's very pretty. Look at my toy soldier. He's got dog hair. Oh, yes. He's wonderful. But what about Chuckle's teddy bear? Chuckles, what have you got? Is it your teddy bear? Oh, clever Chuckles. Oh, no. Look at the teddy bear. Oh, Chuckles. Don't be sad. Well done. Попробуйте еще раз отмотать видео назад и еще раз прочитать этот диалог. И переходим к нашей песенке. Давайте споем. Это слова песни. Мелодия будет очень красивая, но сначала нужно нам с вами ее перевести и выучить слова. In my toy box. Это значит в моей коробке с игрушками. I've got a teddy bear. У меня есть плюшевый медвежонок. And a ballerina. With long dark hair. И балерина с длинными темными волосами. Следующий куплет. In my toy box. I've got a soldier too. В моей коробке с игрушками есть также солдатик. Солдатик, soldier, а to переводится также, либо тоже. I've got lots of toys for me and you. У меня много игрушек для меня и для тебя. For me and you. И припев давайте посмотрим. Look in my toy box. Come and see. Не забывайте повторять. Посмотри в мою коробку с игрушками. Приходи и посмотри. Toys for you. Toys for me. Игрушки для тебя. Игрушки для меня. Давайте ее еще раз прочитаем. In my toy box I've got a teddy bear. And a ballerina with long dark hair. In my toy box, I've got a soldier too. I've got lots of toys for me and you. Look in my toy box, come and see. Toys for you, toys for me. Лулу у нас будет петь песенку. Вот ее слова. Внимательно за ними следите. In my
теперь пробуйте подпевать. Вот такая вот песенка. Перематывайте ее назад, пойте. Ну и от того, как вы сегодня поработали, будет зависеть ваша оценочка. Надеюсь, вы все придете и получите пятерочки. Goodbye!